Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы, и вопрос по вентиляции бани, у нас их несколько, различные по конфигурации, но что мне интересно, как говорится, в своих комментариях люди пытаются сказать, ну вот если у человека, ну нет вентиляции, да, и он пытается доказать, что вот у него есть форточка, или вот у него есть окно, или допустим, вообще говорит, да, когда это в старину эти вентиляции делали, да люди парились всю жизнь в банях, и было все великолепно. Да, вы правы, только забываете, технологии намного ушли вперед. Если раньше баня делалась, то баня, она была как живой организм. Все вот эти вот мембраны, которые создавались, когда делалась бревенчатая баня, мхом конопатилась, вот, то обязательно через нее шел воздух. Медленно, но за счет большого объема вполне хватало для дыхания. Плюс тому, что никогда никто не смотрел, какие в дверях там щели, под дверью щель, над дверью щель. Да, вполне достаточно. Наоборот, делали низкие двери, чтобы, говорится, ну, много пара не уходило в эти щели. И поэтому воздуха в старых банях вполне хватало для дыхания. Сейчас технологии какие, и подгонка дверей идеальная, и стены делаются совсем другие материалы, с мембранами вот этими, с отражающими пароизоляциями и отражающей изоляцией. Сейчас в бане воздуху для дыхания взять негде. А вентиляция у нас в первую очередь нужна. Для дыхания самое главное. Мы находимся в бане. Мы должны для себя обеспечить нормальный приток воздуха по санитарно-гигиеническим нормам. И по-другому никак нельзя. Иначе баня из полезного превратится в вредное. Вредная баня, плохая баня. Вы к этому стремитесь? Нет. Зачем тогда говорить? Не сделали вы вентиляцию, так делайте, кто вам запрещает? Вот взять на Кубани, у моего дедушки, у него была баня из, ну, обычные, вот, как говорится, саманные были хаты, как говорится, помазанные той же глиной. Ну, внутри, конечно, как говорится, было камышом обложено, чтобы, как говорится, меньше глина, как говорится, набрала на себя вот этот вот влагу. Но чтобы дышать в таком помещении, были специально продухи. Делали и раньше делали. Все зависело, где это была баня. Вот эти продухи открывали. И они были открыты все время, сколько человеку нужно было париться. И потом и сушили баню через эти продухи. Поэтому без вентиляции нельзя. Что бы вы ни говорили, вы же не можете не дышать. Вот зайти 20 минут не дышать. Вы должны дышать. А раз дышать, значит, вы с каждым своим дыханием, как говорится, ухудшаете смесь, вот эту нашу воздушную. Ее нужно постоянно менять. Постоянно. Только тогда у вас будет здоровая баня. Ну, хотите — верьте, хотите — проверьте, хотите — делайте, не хотите — не делайте. Я не могу вам запретить или разрешить, но я обязан об этом сказать. А ваше дело — слышать, слушать и воспринимать это или не воспринимать. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго.